наши центральноазиатские. На пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году, состоявшейся 15 января, глава МИД РФ Сергей Лавров выразил обеспокоенность России в связи с партнерством США со странами Центральной Азии в рамках формата C5+1. Мы, естественно, абсолютно не имеем ничего против того, чтобы наши центральноазиатские соседи, союзники имели максимально широкий спектр внешних партнеров. Исходим из того, естественно, что эти отношения будут в полной мере уважать те обязательства, которые между нами существуют. Мы слышим о желании Соединенных Штатов несколько злоупотребить вот этим форматом и продвигать идеи, которые имеют отношение к тому, что еще при прежней администрации или при прежних администрациях называли проектом Большой Центральной Азии. Я уверен, что если это так, и если подобные замыслы будут продвигаться нашими американскими коллегами на встречах с центральноазиатскими друзьями, то все они будут видеть пагубность подобных, ущербность подобных попыток, которые, собственно, продиктованы не интересами экономического развития, не интересами развития транспортной инфраструктуры, а чистой геополитикой. Напомним, что сотрудничество в формате C5+1, в который входят страны Центральной Азии и Афганистан, было сформировано при инициативе США в рамках американского геополитического проекта по демократизации региона «Большая Центральная Азия». Данный проект был направлен на отрыв бывших советских республик Центральной Азии от пророссийского геополитического пространства и включение их в единый регион с Афганистаном. В течение долгих лет Америка не переставала заявлять о своем присутствии в регионе, хотя на самом деле ее влияние было слабым. После 2001 года США начали усиливать свое присутствие в регионе в рамках сотрудничества в борьбе с терроризмом. Также задачу упрощал Китай, который имеет свои сугубо экономические интересы в регионе. Очевидно, обеспокоенность РФ вполне оправдана, ведь сотрудничество с Россией с каждым годом выглядит все менее привлекательно для стран Центральной Азии, так как она уже давно превратила страны региона в рынок сбыта для своей неконкурентоспособной продукции и источник дешевых ресурсов и рабочей силы. Таким образом, сотрудничество центральноазиатских стран с Россией является выгодным лишь для одной из сторон, и это сторона России. Нашего объединения в рамках нашего союза. Аналитики отмечают, что в политическом противостоянии двух держав, США и России, каким бы ни был исход, однозначно он будет не в пользу народов Центральной Азии, ведь и Россия, и США являются ведущими странами, участвующими в борьбе против ислама и мусульман, и главными гарантами сохранения в регионе власти диктаторских авторитарных режимов.